Вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube. Итак, сегодня я буду собирать клубничку из оригами модулей. Нам для этого понадобятся модули размером 32 часть от листика А4. Красных модулей мне понадобится 115 штучек, зеленых 15. Итак, начнем. Нужно сделать первые три ряда из красных модулей. В одном ряду должно быть 15 штучек. Острым носиком на себя. Собираем три ряда. Вот, соединила я ее, эту поделку нашу, начало поделки, в круг. Дальше нужно нам очень аккуратно эту заготовку вывернуть наизнанку. Очень аккуратно, чтобы не порвались модули. Вот таким вот образом. Вот, должно получиться вот так. Поправляем все. Четвертый ряд у нас будет состоять тоже из 15 красных модулей. Четвертый ряд. Пятый, шестой, седьмой и восьмой. 8 рядов нужно сделать. То есть 3 ряда уже сделано, еще 5 рядов по 15 модулей. Итак, я сделала 8 рядов по 15 модулей. Девятый ряд, для 9 ряда мне нужно будет всего лишь 5 красных модулей. Берем модуль и надеваем его непосредственно на целиком на весь на модуль 8 ряда. Не на два кончика, как мы делаем это обычно, а просто надеваем на модуль. Так, пропускаем 2 модуля. Опять надеваем на модуль наш модулечек. И так далее, через 2 модуля на каждый модуль надеваем по модулю. Все, теперь эти мы кончики прижимаем внутрь. Так, теперь с обратной стороны нужно нам вставить зеленые модули. В кармашке от 2 модулей вставляем зеленый модуль.
таким вот образом. Остренькая часть торчит, а тупым носиком оно будет прижиматься к нашей поделке. Вот получается такая вот клубничка. Понравилось видео? Ставь лайк. Не забывай подписываться на наш канал. И пиши комментарии.